Хей, окей, с вами Шимки, и сегодня мы поиграем в одну игруху, которая типа уже сразу видно, что она на английском языке. Almost Remember Black. Ну, я думаю, довольно нормально, да. Это The Equation Adventures of the Last Human. Либо подводное путешествие последнего человека. Что мы здесь видим? Это, наверное, Аполлон. Луна, Земля. Тут у нас ураган. И Марс. Options. Что здесь есть? Подождите. Keyboards. Хорошо, играем мы клавишами. У нас три будет вида оружия. Treasure. Атака. Weapons crawl up down. Interfect. Окей. Back. Audio. Мультигейм. Ясно. Видео. Давайте... Тихо. Вот так. Apply. Good. Disable. I'm back. Видео парс он. Вибратор, нахера. Ладно. Ну, попробуем, посмотрим, что да как. Земля 2973. Ракета летит куда-то. Какая-то ракета летит куда-то. Так, все идет, запись идет, хорошо. Это черная дыра. 1982. Время ускоряется. Но Землю нам, замечу, не показывает. Неизвестный год. Землю можно увидеть затопленной. Да? Потому что она покрылась водой, там не видно почти. А нет. Она снова покрылась льдом, у нас ледниковый период снова же. Чё, это корабль, подводная лодка? Я играю вот этой лодочкой? А ничего, что она очень маленькая. Если игроки будут или вообще люди смотреть, ну это пиздец. Так, сохранено. Рыбы с размерами моего этого. Нихера себе. Музыка. Ну, короче, на субтитры пошли. Так, F to rip. Red, чтобы читать. Сохранение, это boss will our new. Новая какая-то функция для получения миссии. Окей. Все. Я не. О, вот так оно более лучше. Но когда оно начинает отдаляться, ну скорее всего просто показать красоты. Окей. Кораллы. Готвилл. Так, water, вода, levels. Короче, уровень воды очень увеличился. 702 will be home you now. Это чё? Я вижу какой-то пропеллер. А, закрытые врата. Мне нужно, короче, почему-то подсоединить воздух. Мы спускаемся в какие-то кораллы. Я не могу ни атаковать. Давайте, может... Звук немного прибавлю игре. На ползунке, да? Вау, вау!
Окей. Окей. То есть я сдох, не имев даже никакого оружия, подождите. Да, у нас походу будет это оружие, да, это улучшение. Подождите, апгрейд. А апгрейдов у нас 26. Full Reparate, Hearth, Harpoon, гарпуны у меня будут какие-то. Карта, map, один или это процент. Чё. Ладно, посмотрим. Поплыли. Понимаете, в чем херня? Я не понимаю, с чем я могу соприкасаться. Вот, допустим, я за это спрятался, да? А за это нет. Понимаете, в чем херня? То есть за этим, допустим, вот я нахожусь, да, меня оно не трогает. А за вот этим, допустим, вот. Чем вот отличается это от той нижней? В принципе, ничем. Здесь я передней стороны, здесь я уже сзади. То есть немного как бы неудобно. Понятное дело, что та херь меня бы атаковала, но я и не думал, что она меня убьет. Но это у нас... Ну-ка, давай сочетать. Так. Много, очень много репердов. Coming the Gigant. Короче, очень-очень много жителей морской природы превратились в гигантов. И... И Crescent или Workings. И, короче, они... Мир. Но это, походу, моллюски. Жрачи все на пути. Так, before of Fave Lakes, Corrosive Wake will be the great damage. Ну, короче, у нас различные пары всяких откодов, бла-бла-бла, которые выпускает наш мир, бла-бла-бла. Он наносит нам какой-то урон, да, поэтому нам лучше к нему не прикасаться. Еще наверху. Вау. Так, апгрейд. Так, у нас два вида атаки получается. Low Weapon Squash. Так, Q E. Fire Weapons. Короче, мы мышкой направляем. Это мы можем переключаться между режимами, да? Либо дальнейшими, либо атаковать те, которые просто на земле. Good damage hostile underground grids. Короче, ищите новые апгрейды для того, чтобы увеличить оружие. Понятно. Меня закрыли? Да ладно. Подожди, то есть у меня дальность не очень, да? Окей. Вау, червь. Это босс? Охренеть. Сразу в начале нам подкидывают босса. А можно радиус хотя бы узнать? Она заряжается. А, я умер. Так слышите, так это жестко. А можно выйти? Типа у меня... Ну да, типа у нас не очень сильно заряжена. Атака она получается на всю длину. Воу-воу-воу! А чё так сразу? Ну, буду знать. Ну, видите, в чем минус? Я не могу вверх стрелять. Чё это было? Воу! Я умер. Я уже умер второй раз. Но я понял то, что лучше сразу заряженные херячить.
Окей. Видите, я чисто не могу вверх стрелять, и мне это очень... А, ну короче, когда он делает отрыжку, мне лучше валить. Именно так сильно они меня не бьют. Видите, типа он прикосновением мне дамажит. А. Типа у меня ХП восстанавливается со временем. Воу-воу-воу-воу-воу. Вау. Не-не-не, я понял, лучше не прикасаться к нему. Буду держать... О, я отхилился, хорошо. Ну, видите, он ко мне не подходит. Не знаю, что он делать, но я не хочу это ему давать. Так, access to creative log. Press to click log close. The worms. Это червь. Убит. Окей. На самом деле, знаете... карта... нет? Хорошо. Нужно было за водой сходить вначале. У меня опять два прохода, да? Два варика. А, нет, у меня один варик. Я не знаю насчет секретки. Есть здесь секретки, потому что мне сразу пихнули босса, где я сдох три раза. Это я внутри червя. Я знаю, что это... это... Да, получается, есть определенный радиус, на котором мы можем стрелять. Сейф. А! Серьезно? То есть... так даже. А, ну в принципе... Ой-ой-ой. Это радиация. Я убиваю рыбок обычных. Может, мне за это что-то дадут? Окей. Ну, я понимаю, что мне нужно этот зарядить. Как сохраняться или оно автоматически? Окей, медуза не убивается. Она бессмертная, хорошо. То есть я в нее попал, но ей ничего не произошло. Могу я сохраниться? Так, мы сохранялись где-то здесь, да? О, сейвинг, да. То есть он сохраняется тогда, когда переходит на мини-локацию, либо под локации. На самом деле у меня пока что насчет игры, ну, такое. Сделано, да, красиво, я согласен. У нас здесь и задний план, передний вот план, и внешний план, это где мы с вами. Под планы, то есть вот, да, где мы типа не взаимодействуем. Где мы взаимодействуем, то есть у нас 1, 2, 3, 4, 4 плана. Ну и 5 это вот сам он, наверное. Или это можно считать за четвертый. Так, ну мы отправляемся в next локацию. Что-то мне не нравится. Ну ладно. Значит, так и должно быть. Ну вот опять, видите, камни. Я типа могу до, я до них касаться или нет? Не буду больше рыбок убивать. Но это светит мне, подсвечивает.
Апгрейды, скорее всего. Я не понимаю. Скорее всего, потом я смогу их убить, китов. Вау. Здоровенное место. Окей, я могу куда-то наверх сначала поплыть. Либо я могу погрузиться вниз. И у меня типа выбор. Ну давайте... О, а это что? Вот это... Апгрейд. Чё это? Это значок атома. А, да ладно. Так, kill the opponent speed upgrading. Побыстрее заряжать. То есть у нас просто в стены нужно врезаться, да и все. Я, в принципе, бы ни хера не нашел, если бы я тогда в стену не врезался. Как я понимаю, так, да? Сонары показывают, где the planet, опасности планеты, all, все поднятые. Ready experts to serve forever. Короче, 65 миллионов лет, бла-бла-бла-бла. Апгрейды. F2Cosmos. Чё я апгрейднул? Ну, типа, мне что-то апгрейднули, ладно, тут есть, типа, элемент RPG. Япон. Хал. Что такое хал? Repair. Всего 26 апгрейдов, то есть игра не такая уж большая на самом деле. Пускай серии где-то... 5-7. Точно будет. То, что у нас только 17 минут. Ну, мне главное количество боссов, то есть... Нам показали огромного червя. Они могут что угодно показать огромное. Подумайте. Огромяная какая-то там медуза, акулы, осьминоги... Крабы. Что еще есть? Моллюски, может, королевский моллюск. Там всякие. А, нет, он убивается. А, то есть как сделано? Хорошо. Хорошо, у нас опять выбор. Либо идти направо, либо куда-то вниз. Ну, как говорится, чем глубже, тем хуже. Ну, опаснее. Также можно еще взять всяких, знаете, рыбы, шары вот эти. Потом рыбы с фонариком на голове. Wine Forest. Так, он меня не дамажит, хорошо. Здесь медузы, типа... Блин, вот снова, я не знаю, типа, медузам... А вдруг здесь босс будет как раз медуза? Forest of Covers, the Wrath Lord, Cuff. Короче, give life and the vapor on the acids. А, похуй. А, я понял, мне нужен, короче, предмет, который режет лозу. Это подсвечивается, значит, это режется. Upgrade. All Hyper Speed Upgrade. А, я думаю, еще пройти не могу. Так, сильный поток, хорошо. Мы получили апгрейд. Вот что дает апгрейд? По скорость полета нет. Так, смотри, здесь секретка есть. Внизу. Ну, типа, очень большое свободное место. Так, башни.
Ну, мы пока что на поверхности. Ну, мы в горах, наверное. Кроссвейтс. О! Шаттл. Ого. Что-то немного непонятно, ладно. И снова у нас развилки. Боря, что это крокодил? Это чимпанзе. Так, мы можем отправиться в коралловые какие-то зоны. Это вправо по курсу. Короче, у нас есть быстрое перемещение. Вау. Так, World New. Новости города. Короче, выбросы сильные у нас. Так, здесь у нас завод, типа того. Хотите, потом прочтете. Здесь у нас апгрейды. Мушхал, это имеется в виду ХП апгрейд. О, это Макдональдс, это я знаю. А, подождите, это Макдональдс. Подождите, да что, такие дома маленькие? Мельница, как я будто не знаю. А ну-ка, сейчас проверим. Нет, походу они взрываются только при прикосновении. Короче, у нас три варианта, куда идти. Я за то, чтобы идти вправо, где у нас все цветущее, все яркое, там, где медузы. Завод у нас есть и минированное поле. Форест. Короче, у нас цветущие луга. Ника. Мне что не нравится? Карта. Мне можно получить карту? Мэп. У нас ее нет. Типа я просто за то, что я не знаю, куда мне идти. Конек. Типа, видите, я погружаюсь вниз, но как бы... Окей, я могу ниже погрузиться. Чё у меня наверху, типа, за это? О, брейд. Так, дерево, в которое я не могу подлететь снизу. Но я мог подлететь сверху. Так, тут трава. Опять вверх. Вот о чем я и говорю, типа. Все запутано, не знаешь, куда лететь. Давайте теперь обратно полетим. Наверх. Красная книга. Вот где я сейчас нахожусь? Подождите, вверх. Где я нахожусь? То есть я облетел снизу поверху? Или как? Да, походу. Нет, подожди. Понял, откуда ты появился? А, ну да. Просто конь, походу, как-то появился откуда-то. Полетели вверх. Типа здесь довольно все запутано. А, я понял, что за место хорошо. Буду знать. Так, тут должно быть плеваться, да? Нет? Да, здесь плюется. Ладненько, здесь что у нас наверху? У нас, в принципе, есть проход вниз. Либо вправо. И вправо, и вверх, и вниз. Мы полетели вверх. О, там у нас уже большое растение, которое пуляет в три стороны. Ладно, здесь мы найдем что-то, что рубит Элиану. Спускаемся в самый низ, в самый, и ближе к правой стороне. Тут так, здесь у нас проход. Короче, нам нужно найти то, что режет. И это нам довольно сильно поможет в дальнейшем.
Так, здесь у нас есть проход вниз. Ага, сохранилось. Фазерс. Ни хрена себе. А можно теперь, пожалуйста, вопрос, как мне... Короче, на уровне этих, если быть, они тебя бьют ногами, ты куда-то летишь, и это тебя ваншотит. А давайте попробуем вниз, куда-то вниз. Фазерс. Почему отцы? У меня просто снизу вообще ничего тут нету. Опасность. Типа. Типа они сильно дамажат. Потихоньку. Ворник. Почему опасно? Они же по мне не попадают. Почему я не хилюсь? А почему меня не хилят? Понимаете, в чем фигня? С ними довольно очень сложно сражаться. То есть мне нечем их атаковать. Типа, да, вот они меня... Все, они меня типа залпом убили, все. Типа, а мне варианты какие? Как мне с ними сражаться? Warning. То есть они меня все равно тоже могут убить. Тогда вот только так мне драться приходится. Да. Они маленьких коняшек выпуляют. Они типа все, они начинают меня зажимать. Ну что это за дерьмо? О, я одного грохнул, все. Все, один всплывает. Ой-ой-ой. Тихо. Тихо.
Тихо, тихо. Я понимаю, это очень опасно, понимаете, в чем херня? Типа, у меня с одной стороны и ХП нормально. Типа. Креторс. Отцы, готово. Приподнялись они. Здорово. Пилочка. Так, мне только наверх, да, получается? Карты нету. Вот единственный минус, типа нету карты пока что. То есть мне все равно как, да? Я могу просто лететь вперед и все. Это на самом деле прикольно, потому что мне не придется. Может, пила она довольно будет мощная напротив врагов. Мы сейчас полетим с вами наверх, я сохранюсь, и в принципе можно заканчивать эту серию. На, ну, игра такая себе, типа, специфическая, с одной стороны. Типа, прикольно. Блин, так я даже не знаю, где можно сейф тут найти. Скорее всего, там, где быстрое перемещение. Мы еще слетаем чисто вправо, потому что там у нас есть проход, который закрыт лянами. Да и у нас здесь закрыт лянами. Speed up rate. Мне только бы узнать, как сохраниться. Что мне сохранить? Да я еду, зачем я еду, зачем? Кроссроудс. Так, ну короче, все, мы с вами сохранились. Да, это походу главная у нас часть. Всего их сколько? 7. Directs. А, давайте, короче, на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.